Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Спрашиваете вы о том, как избавиться от зависимости от сладкого. Ну, в первую очередь нужно рассмотреть то, как вы в эту зависимость попали, на фоне чего. Наиболее частой причиной, почему людям начинать зависеть от сладкого, это определенное нервное напряжение, определенное избегание ну, каких-то ситуаций, каких-то событий, вот, вещей в их жизни не очень приятных, вот, нехватка, соответственно, определенных, ну, определенных впечатлений, нехватка определенных эмоций. Часто бывает. Так, вот, плюс еще различные аспекты тоже присутствуют. Важно понимать именно вашу сторону. Именно то, вот как вы сами, ну, оказались в этой зависимости, чем она вам мешает, вот, почему вы вообще считаете, что у вас зависимость, то есть, ну, как бы, вот, может быть, она вам мешает чем-то, если это, вот, зависимость, да. Вот, если мешает, то, соответственно, было бы здорово понять, чем мешает, и так далее, и так далее. Вот, потому как сейчас вот то, что вы описываете, да, больше, ну, похоже на предклиник такой, крик о помощи, вот, но что дальше, вот, понимаете, да? Поэтому нужно смотреть, от чего вас спасает пристрастие к сладкому, вот. Чем оно вам мешает, вот. Повторюсь. И что, соответственно, мы справимся делать дальше. Ну, повторюсь. Нельзя просто взять и перестать есть сладко. Вот. Вам нужно обязательно что-то себе дать взамен, ну, как бы, взамен, да? То есть, если вы себе ничего не дадите, вот, если вы себе ничего не будете давать, то ничего хорошего из этого не получится, по крайней мере, вы только потратите время, свою силу, все, вот. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду, вот. Но в основе зависимости лежит всегда
некий конфликт. Вам этот конфликт нам, ну, желательно преодолеть. Разрешить его, точнее, да, даже не преодолеть, да, просто разрешить его, чтобы было немного легче. Вот, и, соответственно, тогда ситуация будет гораздо легче. Вот. Не всегда, не всегда. Но порой бывает, бывает так, что человек, например, ну, есть, допустим, сладкое в больших количествах по той простой достаточно причине, что ему нужно себя, там, образно говоря, за что-то наказать. Вот. И человек вот себя наказывает, ну, за какие-то вещи, и в итоге, значит, это тоже мотивирует его потреблять большое количество сладкого. Вот. Поэтому, если человеку также не хватает позитива в жизни, счастья в жизни не хватает, да, то человек тоже может употреблять больше сладкого. Но, как мне кажется, здесь проблема больше такая психологическая, вот, у нас, и, соответственно, нужно смотреть именно вашу историю, вот. Ну, в смысле, вашу историю вашей жизни. Вот. Чтобы лучше понимать ее. Соответственно, понять, почему именно у вас появилась такая зависимость. Но зачастую от зависимости не нужно избавляться в таком вот ну, привычном, что ли, смысле этого слова. Я бы больше говорил о том, что нужно попытаться дать себе
то, в чем вы нуждаетесь. Вот. То есть, ну, стараться вот разрешить вот свой конфликт, который у вас есть. И, соответственно, это поможет вам в дальнейшем лучше себя чувствовать, вот, лучше себя ощущать. Это позволит вам лучше к себе относиться. Вот. Пока что вот вы, я бы сказал, ну, не очень хорошо к себе относитесь, к сожалению. Вот. Такая вот история. А вот то, что я бы мог вам сказать. Сейчас, с точки зрения вот психологии и с точки зрения психотерапии. Вот. Этого, конечно, немного, то есть немного информации вам. Вот. Ну и вы, как мне кажется, тоже предоставили достаточно мало. Данных для того, чтобы вам можно было оказать помощь. Вот, поэтому смотрите, смотрите сами, как вы будете действовать. Но, скорее всего, без помощи психолога вам не обойтись здесь. Вот. По крайней мере, мне так кажется. Вот. С точки зрения вот опыта какого-то моего, да, с точки зрения каких-то вот данных, с точки зрения философии моей. Вот. На этом, пожалуй, все, наверное. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Надеюсь, что дал вам какую-то пищу для размышлений. Вот. Хочется пожелать
Вам всего самого доброго. Хочется пожелать вам удачи. Вот, хочется пожелать вам не оставлять вот ну, не оставлять, не пускать, точнее, не пускать на самотек. Вот. То, что происходит сейчас. Ну, в вашей жизни. Вот, не пускать это на самотек. А наоборот, брать ситуацию в свои руки, брать бразды управления своей жизнью в свои руки. Вот. И стараться своей жизнью управлять. Вот. Вот так я бы, наверное, вам ответил. Всего вам самого доброго и удачи.